Сначала у тебя маленькие успехи, но ты поднимаешься на вершину постепенно, и затем бум! Я, собственно, не сторонник хип-хопа. Я люблю хип-хоп, но я не вырос на этой музыке, и я просто обожаю хаос. Поэтому то, что я пытаюсь сделать, это, собственно, что я люблю в музыке, это сделать такой трек, какой никто другой не сделает, чтобы он звучал приятно, чтобы его можно было и слушать, и поиграть его в рамках сета. Мои треки звучат как клубная музыка. Для меня это важно, создавать именно такие треки, так как я сам просто обожаю клубную музыку. Также трек должен звучать, чтобы его не стыдно было дать послушать своим друзьям и родителям. Я стараюсь учитывать все аспекты, и мне это нравится. And also club that you can listen and show to your friend and don't be ashamed to show to your mom that I'm making this music, you know what I mean? So I'm trying to be on both sides and I like it. Nobody does it better. Сто процентов времени, даже во сне, я мечтаю о музыке. Музыка – моя страсть. Я пишу музыку не для славы, не для денег. Хорошо, когда твое любимое дело приносит тебе доход. Если вы зарабатываете тем, что любите, считайте, цель вашей жизни достигнута. Вы пишете музыку ради самой музыки. Вот этот восходящий тон я придумал за 10 минут в кухне своей мамы. Сам процесс продакшена длинный, но идеи рождаются мгновенно. Создание песни может занять время, но если ты сильно много раздумываешь над самой идеей, это уже минус. Это должно происходить плавно. Ты никогда не знаешь, понравится ли твой трек, ты ведь и не знаешь до конца людей и их вкусы. Но ты точно знаешь, когда ты создал нечто особенное и уникальное. Ты не устаешь от своего трека, даже после того, как прослушал его уже 1000 часов. Когда так происходит, это хороший знак. И когда вы горды тем треком, который создали, даже если другим он не нравится, для вас это не особо имеет значение. Моя цель — создать всемирный хит в самом традиционном понимании этого слова. Сначала у тебя маленькие успехи, но ты поднимаешься на вершину постепенно, и затем — бум! И знаете, если бы я написал хит 18, я бы не смог выдержать всей этой публичности, потому что 18 я был очень застенчив. Я играл, и у меня буквально руки тряслись. Я не мог говорить на камеру. Я верю, что всему есть причина, и я готовлюсь к своему триумфу постепенно. I get prepared and prepare more and more, you know, step by step. So it's good.